Говоря о здоровье и долголетии, нельзя не признать, что лекарственный потенциал окружающего нас мира безграничен. Надо только правильно пользоваться этим бесценным даром. Сегодня каждый образованный человек понимает, что в современных условиях жизни биологически активные добавки к пище – это не мода, а насущная необходимость. Биологически активные добавки к пище созданы, чтобы сделать наш рацион более качественным и полноценным, тем самым помогая нашему организму снизить риск заболеваний или эффективно дополнить курс лечения. Современные БАДы зачастую состоят из нескольких компонентов и обеспечивают многоплановый эффект. Компания Apifarm является разработчиком качественных биологически активных добавок. Растительное сырье, с которым работает компания, не просто натуральное. Оно произрастает в экологически чистых районах Алтайского края. Все без исключения лептины состоят из прополиса и лекарственных трав. А прополис и лекарственные травы собирают в то время, когда с предгорьев Алтая стекает талая вода из ледников. Талая вода наполняется энергетикой. Эта вода совершенно специфическая, она отличается от воды, которую мы пьем. И травы, и прополис сохраняют энергетику Алтая. Предлагаемая серия продуктов биологически активной добавки к пище лептины как базовое антиоксидантное средство использован прополис в сочетании с комбинациями трав, соответствующих определенным группам заболеваний, что позволило добиться взаимного усиления их лечебного эффекта. Прополис представляет собой смолистое вещество, вырабатываемое рабочими пчелами. Основными составными частями прополиса являются растительные смолы, эфирные масла и воск. Обнаружены также пыльца и минеральные компоненты. Растения, с которых собираются смолистые вещества прополиса, обладают бактерицидными свойствами. Исследования свойств прополиса и практика его применения для лечения различных заболеваний все больше убеждают в его биологической активности. Все травы, прежде чем попасть в переработку, проходят тщательные лабораторные исследования путем экстракции горячей водой. Сначала растение прополис обрабатывают спиртом, затем этот спирт с лекарственными соединениями полностью упаривается в роторной установке, обязательно в отсутствии кислорода, то есть под вакуумом. Затем эти лекарственные вещества в виде порошка и под прессом формируются в таблетку. И после этого уже мы имеем экологически чистый продукт. Вазолептин. Сосудистый. Состав: экстракты плодов шиповника, календулы, зверобоя, черноплодной рябины, прополис. Основной областью применения БАД вазолептин являются заболевания центральной нервной системы, связанные с нарушениями мозгового кровообращения, нарушение кровотока в позвоночных артериях, нарушение регуляции тонуса сосудов головного мозга при остаточных явлениях черепно-мозговых травм. Эффективность добавки вазолептин была проверена в клинических исследованиях, проведенных на базе научного центра клинической и экспериментальной медицины СУРАМ. Пациенты исследуемой группы лептин. Эти объективные данные заключаются в снижении жалоб на головную боль, в мягком снижении давления, в улучшении профиля энцефалограммы и других показателей. Улучшение самочувствия больных, изменение сосудистого тонуса, а также снижение уровня энтерогенных липидов сыворотки крови позволяют рекомендовать прием БАД вазолептин в комплексной терапии для лечения дисциркуляторной энцефалопатии. Мы создали 8 различных лептинов, которые можно принимать при широком спектре заболеваний, состояний. Хочу сказать несколько слов о вкусовых качествах лептина. Когда лептин кладешь в рот и таблетка рассасывается, ну, первое впечатление такое, что ты оказался где-нибудь на Алтайском лугу летом, где жужжат пчелы, где талая вода стекает с ледника, и организм испытывает тягу к той природе, которая нас окружает.
Наука прокладывает путь для медицины будущего. Медицины, которая признает целительную силу природы. Термин «биологически активные пищевые добавки» показывает, что природные продукты и вещества являются дополнительными мерами на пути к укреплению здоровья. В заключение хотелось бы отметить, что биологически активные добавки, конечно же, не могут заменить лекарства и традиционный медицинский подход. Они призваны органично дополнить их, чтобы в нашем организме вновь зазвучала музыка здоровья и благополучия. А мы в силу своей мудрости можем наградить себя здоровьем.